Всем привет! Сегодня мы будем готовить шоколадно-ванильный пудинг. Для этого нам нужно 100 грамм сахара, 3 столовые ложки муки, 3 столовые ложки какао, 2 стакана молока, 1 столовая ложка ванильного сахара и 1 столовая ложка сливочного масла растопленного. Значит, в молоко мы добавляем сахар и муку. Теперь эту смесь нужно прокипятить, дать немного загустеть. Вот наша смесь немного загустела. Теперь мы добавляем в нашу смесь молочно-мучную сахаром, которое масло растопленное сливочное. Перемешиваем. И теперь эту смесь нам нужно разделить на две части. На две части. Сейчас хорошенько перемешаем. Эту смесь нужно разделить на две части. Я буду наливать так, где было масло, на две равные части. В одну часть мы добавим какао 3 столовые ложки и хорошенько перемешаем. Перемешать хорошенько нужно, чтобы не было никаких комочков. А во вторую часть добавим две чайные ложки ванильного сахара. И тоже хорошенько перемешаем. Теперь эти две смеси нужно тоже довести до кипения и до еще большего загустения. Вот наши смеси две загустели. И теперь мы это все выкладываем в порционные стаканчики. Сверху снимай, Настя. По очереди ложку аккуратненько шоколадного. Не надо расправлять. Ложку ванильного. Опять ложечку шоколадного пудинга.
Когда все это разольем по стаканчикам, оно должно немножко остыть на столе и отправить на час в холодильник. После чего можно подавать к столу. Прошел час, мы вытащили наш пудинг из холодильника. Настя сейчас будет пробовать. Вкусно? Да, очень. Всем пока, подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии.